Не стоило работать сверхурочно. Окей, Афина взломала их камеры наблюдения. Я вижу. Это хорошо. Очень хорошо. Для нейтрализации Хеллера отправлен отряд. Удерживайте позиции. Прием. Блин. Дышать не могу. Сюда приходить. Ты еще будешь меня молить о смерти. Ты ничтожество, Хеллер. Ты даже хуже, чем ничтожество. Будешь меня молить о смерти. Смотри внимательно, Хеллер. Это будет твой последний урок. Какого?
Силикон в ловушке. Что прикажете делать? Уничтожить его. Жопа! Чекмейт, говорит Вайпер 2-4. Хеллер все еще жив и похоже, он управляет зараженными. Чекмейт, говорит катапульта 4-1. Ведем бой с объектом. Прием. Вас понял, 4-1. Не упустите Хеллера. Конец связи. Какого? Чекмейт, у нас тыло зараженный. Их толпы. Господи, в нас бросают всем, чем можно. Не могу удержать управление. Ха. Проголодались, да? Атуи! Интересно, а тапочки они приносят? То, что нужно. Не совсем. Мерсер отравил белый свет какими-то гемокультурами. Своими культурами. Это все, что я знаю. Это плохо. Попрошу Афину узнать координаты всех складов белого света. Джейнс, развитые каким-то образом изменяют белый свет. Афина считает, они используют инфраструктуру черного дозора. И для чего же? Не знаем. Но одного контейнера хватит всего только на 50 кубометров. Может, сделать управляемый выпуск, понять, в чем дело. Афина дала координаты контейнера с уже измененным белым светом. Если хочешь привлечь внимание Мерсера, лучше не придумать. Но, Джеймс, послушай. Я знаю, это твой взгляд. Это взгляд человека, который решил отречься от мира. Бога ради, ми амиго. Посреди всего этого, не потеряй самого себя. Я знаю, что делаю, отец. Но, Миито, это вряд ли. Ограниченный выброс для начала. Начинай развертывание. Сейчас? Вы серьезно? Но это же против протокола! Нельзя же... Капрал, открыть клапаны! Это... Не могу сейчас говорить, отец. Ред Краун, говорит Реддлер 5-1. У нас тут ЧП. Белый свет заразил Реддлера 5-2. Они сошли с ума, жду приказа. Скажите, что делать! Ред Краун!
ситуация вышла из-под контроля! Жду приказов! Прием! Оставайтесь на месте. К вам идет группа Гентек. Прием.